Мое мнение таково. Это реальное говно! И у всех бомбит главный вопрос. Спандекс или латекс? Латекс, спандекс, латекс. Меня это все равно не колышет. А знаете почему? Совершенно разные материалы. Что латекс, что спандекс. Это все равно смотрится одинаково и отвратно на вашем теле. Адриан или Эдриан? Мне все равно! Мы говорим об одном и том же человеке. На английском правильно говорится Эдриан. И мне так удобнее, мать вашу. Сюжет уже всем давно знакомый, пережеванный и никак его не переварят. Предсказуемый. И настолько изнасилованный, что уже тошнит! Мы уже это проходили, разве нет? Они не знают, кто есть кто, снимут свои маски, откроют свои мины, сделают удивительные рожи и типа такие: «О, так это был все время ты!» Пиздец, поворот событий! Леди Баг или Божья коровка? Это одно и то же я, просто на разных языках! Леди Баг с английского переводится как «Божья коровка». Это то же самое, что называть Спайдермена Человеком-пауком. Ничего не изменится, потому что это один и тот же человек с одним и тем же именем, просто на разных языках. Их супер... Их силы... Их даже суперсилами нельзя назвать. Девчонка получает с помощью силы удачи те вещи, которые можно найти дома. Сомневаюсь, что они помогут тебе спастись от атомной бомбы, зомби-апокалипсиса или конца света. Даже не пытайся! Единственное, чем поможет тебе, например, ложка или варежка, так это возможность не есть руками, как бомж, и не обжечься об тарелку, разогретой в микроволновке! Всем знакома такая ситуация! Кэт, кхат, неважно! Кэт, нуар или черный кот? Возвращаемся к нашим баранам. Это одно и то же е! Если читать с французского кхат или кэт нуар, то оно переводится на русский как черный кот! Его еще называют black cat, что вы охренеете! Переводится с английского как... Вы точно готовы это услышать? Черный кот! Сериал знаменит только своими красивыми формами, а действие сперли сериала Рэнди Каннингем «Ниндзя девятиклассник». Так ты ниндзя? Мой друг ниндзя! Невероятно! Всем надо рассказать! Нет, Говард, нельзя. Это ужасно. Нет, друг, так надо. Баги, а? Ты слышишь меня? Я вывожу тебя из игры. Пошел отсюда вон! В этом вся моя жизнь. А ну отдай инструмент. С дороги, рыба! Страдания, сладкие ноты унижения и легким привкусом боязни провала. Ням, ему понравится. Они мне запали! Кэтч! Что ему дороже всего? Что ему дороже всего? Что ему дороже всего? Резервная копия! Мой пердак просто горит! Бражник или хищная моль? Вот тут я соглашусь, второй вариант больше гуманнее звучит. В любом случае, он похож на порно-звезду в облегающей маске! Жопой чую, что он окажется чьим-нибудь родственником или близким другом! Вот тут я уже не удивлюсь! Жри меха на ВДНХ! Называйте своих любимчиков так, как вам угодно! На английском, на китайском, на японском, на французском, на киргизском! Свой родной язык не забудьте! Всем срать, потому что это ваше мнение, и вам решать, как его называть. Ну, чтобы переводимые слова или имена делать непереводимыми. Это бред шизанутого психа! Не, мне нужно что-то покрепче. Я же спала.
Мне показалось, или это было что-то подобие эха? Богом клянусь, я слышала, что... Ой! Я ж воспылал! Давай, иди отсюда! Иди нахрен, ну иди! Давайте! Хватит с меня подобной херни и аниме. Никогда, слышите, никогда больше не упоминайте мне об... Я ж воспылал! Да пошел ты нахрен!